Ну вот, наконец-то мы приближаемся к морю Капчагай. Тут дети играют, катаются, а вон вдали Капчагай. Люди живут на берегу Капчагая. Чуть-чуть берег тут видно. Вот в этом районе большие осетра гуляют. До 3,5 метра. Я сам видел. Сазаны 1-1,5 метра. Вот такие бывают. Но сейчас не знаю, сейчас они есть или нет, но в 70-х годах они здесь ходили. Их никто не трогал, они не боялись. Люди близко подплывали. С гарпуна бывает стрельнет, отлетает гарпун, потому что они плотные, толстые. Так что... Вот еще раз все показываю. Камыш. Охрана. Тут охраняют собачки. Охраняет. Чужой появился, все. Птицы, птицы, удоты, удоты, вот они, я их сейчас буду снимать, вот они, вот они, вот они. Вот еще, трое. Красивая птица удот. Караганде их раньше много было. Ну, вот еще раз озеро посмотрим. Ну, его море называют, оно огромное. Не видно конца.